Можно снимать уже противогаз. Кажется, можно. Блять, ну я думаю, вы все слышали. Не, на самом деле, это не гитара. Должно быть все в моно, все должно быть нормально. Так, ну что, значит, привезли мне вот такую коробочку. Сразу хочу сказать, это все-таки не баритон, это обычная мензура стратовская. Фернандес Кастомшоп, 100 рублей, порядок, ждем, спасибо. То есть была еще надежда, что это там увеличенная мензура, но что-то я с нее посмотрел, мензура там стратовская, и на сайте, в принципе, это было написано. Упаковка картонная, есть вероятность, что гитара еще не разбита. Семен, 25 рублей, все под замену сразу, с родной электроникой, даже не включай. Не, ну мы включим все-таки, найти бы, как ее распаковывать. Вся замотана, как... тяжело больной скотчем. И с какой стороны ее резать, пока мне непонятно. Попробуем где-нибудь надрезать с какой-нибудь стороны. И будем надеяться, что мы не разрежем гитару. Мерзкий звук. Василий, 40 рублей, неси ножовку для распаковки. Да, была такая мысль, но возможно мы ее достанем после того, как мы распакуемся. Окажется, что это полный хлам, и придется только... Блин, вот у меня такое ощущение, что вот одна из этих сторон — это крышка, только я не пойму, с какой стороны. Ага, все, я понял. Прошу прощения за звук. Звук отвратителен. Эконом Пони Экспресс. Получатель, бла-бла-бла. Получатель, кстати, не вписан. Мерзкий китайский скотч. Ну, внешних повреждений я вроде не вижу на упаковке. Ну и хочется надеяться, что Pony Express доставил без падений. Это все-таки не наша почта. Так, ну что, вот я вижу, как открывать. И такое ощущение, что уже открывали эту коробку. Смотрите, вмятина. Видно будет, не видно. Вот. Вот там, где нужно поддевать, видно вмятины. Возможно, где-то на таможне эту коробку вскрывали. Но таможенники, любители музыки, они наверняка вскрывали, чтобы поиграть, посмотреть, что такое восьмиструн с Алиэкспресса. Да, как с сербом по яйцам, пенопласт, ну что поделать. И здесь еще куча пенопласта. Радиационный пенопласт убираем. Алексей, 111 рублей на решение технических проблем. Спасибо, но вроде как пока разрешили, я не знаю. Я просто камеру подключаю не совсем, скажем так, не совсем легально. Экшн камера, она так не должна подключаться в виде вебки, но тем не менее. Николай Николаевич перевел вам 100 рублей. Спасибо, не знаю кто это, без подписи, просто перевел 100 рублей. Так, заложено все просто обрезками пенопласта. Это, наверное, после распаковки потом таможенники обратно запаковывали подручной хренью. Потому что я подозреваю, вот такие вот посылки, они на таможне все-таки вскрываются и проверяются. Так, ну, собственно, ну, я думаю, видно там на картинке. Что-то-то как... Так, ну давайте
аккуратно вытащить, стряхнуть весь лишний легко пенопласт. Так. Ну, собственно, вот она наша восьмиструнная китайская гитара. А, кстати, вот я сегодня еще понастраивал то, что на прошлом стриме мы устанавливали струнки, датчик на тоже китайскую гитару с Алиэкспресса дешевую. Я чуть-чуть подрегулировал, ну, не считая того, что режет руку винты настроечные на бриджи. Василий, 40 рублей, давай сразу GG. Ща настроим. Вот, несмотря на то, что режет, но после того, как я струнки чуть-чуть поднял до уровня моего Карвина, то стало намного получше. Намного получше. Много лучше. В плане атаки и звона лишнего. Так. Попробую не порезать. Будем отрывать, наверное, как-нибудь. Фига себе, здесь толстый слой какой. Сейчас покажу. Помните в детстве, я не знаю... Кто такой же стартер, как я, мы. Алексей, 222 рубля. Ну, за божественный звук пенопласт. Спасибо. В детстве мы закапывали всякие стекляшки. Было у вас такое в детстве? Закапывали стекляшки под кустом. Под стекляшками всяких бабочек, жучков, паучков. Мать, сколько пенопласта. Называется, я убирал в квартире. Так, я понял, что здесь нам немного мешает алертики. Давайте их все-таки сдвинем, чтобы они нам не мешали, чтобы хотя бы было пространство все это увидеть. 348 человек смотрят на распаковку мега китайской гитары. Она холодная, я... Ну, видимо, надо было дольше подождать. Есть такая тема, кто сталкивался вообще с транспортировкой гитары, впрочем, по-хорошему гитаре нужно дать нагреться, то есть спокойно принять температуру без резких скачков. К сожалению, гитара ледяная, и это вызывает подозрение о качестве хранения и транспортировки доставщика Pony Express. Скорее всего, все это везут в холодных... В холодных каких-то машинах. Кстати, гитара настроена. Хотя могли бы струнки и спустить вместе с анкером. Но я уже вижу пару прикольных моментов. Наверное, будет потом отдельное видео по, с полным обзором, когда мы гитару настроим, приведем в порядок. Ну вот я уже вижу пару нюансов. Вот смотрите, под, точнее, над первым колком. Не знаю, видно, не видно. Скол дерева, такая прям выбоина основательная. Вот здесь, смотрите. Ну, видно, наверное. Так, что можно сказать по качеству? По качеству. Ну, понятное дело, что это некая такая копия внешней ЛТДшки восьмиструнной, стратовская мензура, то есть обычная, не увеличенная, даже не 26 дюймов. Вот, ничего особенного. В принципе, в свое время, когда эта моделька появилась, по-моему, называлась 408, если не ошибаюсь, она вызвала, ну, достаточно много негатива в том плане, какого фига восьмиструн делает короткомензур. Ну, обычная мензура стратовская. И у Ибанеза тоже была какая-то с обычной мензурой гитарка. Так, по качеству. Ну, блин, тут, конечно, китайцы. Ну вот, показываю. Вот смотрите на порожек. И вот здесь смотрите на порожек. Это вообще, конечно, порнуха. То ли там доклеивали что-то, чтобы его приподнять выше, то ли что. То ли его паяльником здесь прижгли. Да нет, там что-то подклеено. Для регулировки высоты подклеен порожек, поднят, вклеена какая-то, как бы так показать вам, ну вот должно быть видно, вот смотрите, короче, подложен кусок пластика и просто залит клеем. Ну, из дерева, по крайней мере, гриф сделан уже хорошо, вклейки никакие, это не вклейки, а просто краска, судя по всему.
Здесь какие-то вмятины сверху. Хотя не знаю, кого волнуют все эти нюансы, когда вы покупаете гитару на Алиэкспрессе за 16 000 рублей. Вижу вмятину на корпусе. Вот смотрите. На отражении где-то в тени должно быть видно. Видно, не видно? Я пока буду крутить, я здесь еще вмятинок поставлю. Струны стоят вроде более-менее адекватно, симметрично. Такое ощущение, что накладка маслом никогда не пропитывалась. Вот, но толщина... Да, потеки, кстати, клея, к которому крепились слоды, основательно так выходит на палисандровую накладку. И перламутр вот этот, я не знаю, просто оцените, какой он глубины. Не знаю, если это возможно увидеть. Но вот так визуально миллиметра 3-4, наверное. То есть такое ощущение, что полностью сквозная фрезеровка сквозь накладку. А картинка типа как подстевая. Кстати, в свое время, когда появлялись вот такие китайские клоны гитары, в основном... А, Химик, 1000 рублей на добрую память. Спасибо, Химик, спасибо. Ты, кстати, Химик, являешься одним из донатеров на эту гитару и, соответственно, участвуешь в ее розыгрыше. Так что есть вполне вероятность, а там около 30 таких донатеров, вполне вероятность немаленькая, что ты будешь победителем, обладателем этой гитары. Так что добрая, недобрая память, но, тем не менее, возможно, это будет твоя гитара. А может и нет. Кстати, еще Ваганыч некий участвовал у нас, я думаю, вы такого знаете, в розыгрыше. Ну, не в розыгрыше, а просто он был донатером на эту гитару. Да, конечно, внешне все сделано. Не знаю, смотрите. Смотрите, как окантовка вклеена. Короче, сделали эту гитару откровенно тяп-ляп, в плане, по крайней мере, внешнего вида. Вот здесь мега краска, смотрите. А, все загораживает на экране, вот видно. Вот, то есть внешне сделано все на самом деле. Издалека вроде еще нормально, но вблизи смотришь, печаль, беда. Ну, перламутр вроде реально перламутр, хотя и кривой. Василий, 25 рублей, чат меньше сделай, в полэкрана ведь. Да, давай сделаю. Просто многие смотрят с телефона, с планшета и нифига не видят чат в записи. Ну, сделал. Желание донатера почти закон. Наколок, смотрите, на второй. Вот бывают вещи, которые сходу не видно, зацени. Загрустил колок где-то на 4 часа загрустил. Ну, блин, тут я не думаю, что нужно быть гением геометрии, чтобы понять. Химик 100 рублей, я надеюсь, она не из ольхи. Хотя о чем я, пилки и папье-маше? Не, я как раз думаю, она либо из ольхи, либо из липы. Почему-то из липы делают самые дешевые гитары. Вот на прошлом стриме гитарка, которую мы настраивали, тоже с Алиэкспресса. Кстати, она сделана внешне, мне кажется, получше. У нее нет таких адских косяков. Вот, но она сделана из липы. Ну как? Ха-ха-ха.
Ручка. Чё? Можно снимать уже противогаз? Кажется, можно. Блять, ну я думаю, вы все слышали. Не, на самом деле, это не гитара в данном случае, это... Нечто такое, из чего, наверное, можно сделать гитару, если руки не из жопы. Попробую пояснить. Во-первых, вообще не отстроена высота струн. Вот здесь, на первом ладу, она дико большая. Вот у меня от четвертой струны до лада где-то 4 миллиметра. Это, короче, вообще дохренище. Из-за этого здесь все очень высоко. То есть, если я здесь сильно опущу, потому что здесь, вон, как у Урала, блин, там, сантиметр, блин. Если я здесь опущу, то будет звенеть. Соответственно, нужно точить очень сильно по рожек, чтобы опустить струны на первом, на нулевом ладу. А тогда отстраивать уже машинку, опускать... струны здесь, но тут я вижу следующую проблему. Я попробую показать. Не покажу я. Короче, первое же седло, оно практически уже лежит на основании машинки, на основании станины. А тут опускать нужно реально где-то миллиметра, ну даже если здесь зажать, 3 миллиметра нужно опускать, не меньше. А тут опускать уже будет некуда, это она просто ляжет. То есть нужно менять наклон грифа. Потому что сейчас очень сильно задраны струны, и опускать их тут некуда. Отстраивать полностью мензуру, потому что в данном случае все струны просто на одной линии. Вот сейчас я подключу, не фонита, гитару, которая стоит в два раза дешевле. О, это супер мега палка. Thank you.
Здесь ничего похожего, ни по удобству, ни по звуку я не слышу. Отвратительный датчик. Я не знаю, он еще и фонит просто дичайше. Но вы слышали, да, вот этот звук? Такое ощущение, что там сингл стоит вообще. По фону, да. Это странный сингл, и он очень слабый. То есть это очень слабый датчик, и это просто задница какая-то. Слушай, а сейчас есть возможность снять и посмотреть, все звучало? Да. Не, разного я ожидал. Я, честно говоря, после субботнего теста вот этого китайца за 8000, я был полон надежд. Но надежды не оправдались. Ну, это такой прям холодный тест. Не, понятное дело, мы подстроим ее. Мы снимем полноценное видео со всеми нюансами, с нормальной камерой, просто надо будет еще время пробовать ее настроить. Может еще выше датчик поднять, настроить нормально мензуру, но в данный момент пиздец полный. Да, случае... нам правильно пишут, что без изоленты не заиграет. Надо где-то изоленту обязательно применить. Ну, на этой гитаре изоленту нужно применять вот таким образом. Заклеиваешь полностью гриф и относишь на помойку. Вот так, заклеиваешь, чтобы крысы не порезались. Когда они жрать-то будут. Ну вот, я полностью опустил седло, и расстояние практически не уменьшилось. Ну вот, смотрите, оно все еще огромное. А седло полностью лежит на станине. Проще. Кстати, друзья, именно вы выбрали эту гитару. 700 с чем-то человек голосовало и выбрало вот эту вот восьмиструнную срань. Хотя было у вас на выбор китайские копии... Лесполы, телекастеры. Лесполы, телекастеры и реликтовые телеки были. SP90, красота, сингл, PL90. Был еще на вариант выбора Steve Ray Vaughan, на пару вариантов. Вы не на чё, блин, Пол Рид Смит был. Вы проголосовали за восьмиструн. Ну, ладно, мы как бы купили, убедились, что полное говно. Так там отзыв даже нет смысла оставлять. Такого лота уже нет. Ну, полюбас конструктор бы, ну, в смысле, этот самый гитара-конструктор, телекастер, либо Steve Ray Vaughan звучал бы, ну, лучше. Там, по крайней мере, было бы место шире для маневра. Если там что-то допиливать, Yeah.
предыдущие существуют. Вот они. Кирилл, там тебя уже плющ. Не, серьезно, с такой ощущением, как будто датчик здесь... А, смотрите, какая красота случилась. Ой, обожаю такое. Смотри, на первую струну. Сейчас, секунду. Я с задержкой вижу. Короче, струна зацепилась на хуево отполированное и зашкуренное. А, слушай, у меня такая хрень была когда-то на одной гитаре. Блин, это в самые-самые пионерские времена. Да. Такое бывает. Не знаю, я могу отстроить, чтобы она нормально игралась. Понятное дело, что сейчас невозможно на такой настройке что-либо высекать. Но просто не хватает выхлопа датчику. Я уже датчик поднял на максимум, он уже телепается на болтах. Но мощности нет никакой, он звучит очень слабо. Алекс, 50 рублей, не совсем по теме стрима. Посоветуй, пожалуйста, педаль Distortion для Ярасов Gavrosh 8. Может, Ярасов 4 эксовольт. Сейчас, используя Nux HG6, не нравится звук на низких частотах и зудит. Что можно сделать для того, чтобы звук в наушниках через Gavrosh был близок к звуку из динамика? Ну, смотрите, там Gavrosh, у него в чем фишка? Это как бы полноценный ламповый комбик, но с маленьким 8-дюймовым динамиком. И это ограничивает его применение с хайгейном. В любом случае, низ там будет пукающий, и верх будет зудливый. Там есть кнопка, которая фильтр срезает вверх, но все равно он будет чуть-чуть зудеть. Единственный вариант перегруза — это... какой-нибудь очень серединистый драйв, то есть у которого верха в принципе изначально мало. Например, тот же Tube Screamer попробуйте, у него верх очень сильно срезан. Distortion просит, поэтому ему надо что-то потяжелее. Это классно. Ну, чтобы он еще и не бубнил, попробуйте крысу. Попробуйте Варвар Велес вообще. К слову, да, я хотел сказать, но думаю, не стоит рекламировать. Варвар Велес очень серединистая как бы педаль. Офигенная вещь. Во. Я, например, через свой вон комбик нормально вообще наваливаю. Хотя там тоже зуда на этом Selection 7080 вообще охренеть сколько. Я думал динамик вообще менять, выкидывать. Вот. А потом как бы взял вот Варвар Велес и вместе с... Если мне нужен звук чуть-чуть посуше, я ставлю перед Велесом Tube Screamer, действительно. Как Кирилл говорит. И все. Просто там нужна педаль какая-то без задранного верха, желательно со срезанным верхом. Вот Варвар Велес, он очень серединистый. Я там не делал задирания верха и срезал самый песочный. Поэтому для транзисторных некоторых комбиков и для маленьких ламповых эта педалька хорошо звучит. Это переделанный, модифицированный Brown Sound in a Box. Он славится, в принципе, таким серединистым звуком без проваленной середины. Ну, точнее, я у него вообще сделал так, чтобы середина не проваливалась. То есть у него можно просто срезать вверх, срезать низ, но середина при этом всегда остается с небольшим таким горбиком. Поэтому можно попробовать ее, ну, либо какой-то аналогичный диск. Попробуйте крысу, там фильтр, он работает чисто на срез верха. Из доступных каких, ну, надо посмотреть. А у Ярасова, блин, из дисторшенов, да ничего, у него 5000-ный достаточно верхастый, 9000-ный верхастый. 5000-ный для такого будет, для такого маленького динамика будет слишком жестко. Там будет песочить все совсем. К слову, могу, несмотря на мой бомбежный ролик, посоветовать G-Hammer Marshall, потому что у него как раз сверха вообще нет. У него верх очень сильно срезан. Я на обзоре, когда подключал, я подключал его либо в SLD, либо в Angle, уже не помню. Я у него верх ставил на максимум, низ ставил на минимум. И только после этого он более-менее стал адекватно звучать. В верхастый комбик, я думаю, он будет, в принципе, звучать, наверное, поадекватнее обычных дистов с обычной регулировкой верха. Потому что как раз в G-Hammer верх зарезан просто да нельзя. Или да нельзя.
Сочувствую вам с покупкой, главное, не пропал интерес. А, нет, а тут же как бы вопрос эксперимента. Мы же не за свои деньги купили, это собрали наши же подписчики донаты, вот так вот, как мы сегодня собрали там 3900 на струны. А, также за один стрим мы насобирали там 15 или 16 тысяч, ну, минус там проценты всякие эти самые, а, комиссии вот насобирали как раз на гитару. То есть нам-то, в принципе, пофигу, мне прям домой эту гитару привезли. Другое дело, что у меня просто надежды были определенные на этот восьмиструн после субботнего стрима, когда мы взяли гитару за 8000, она, в принципе, как бы нормально звучит. Мне не обломно было бы и репетировать с этой гитаркой, нам ее подарил один из подписчиков. В виде Китая мы этот кит собрали, там датчик поставил с другой гитары. Неродной бридж, нормально прикрутили, все работает. И вот эта гитара звучала нормально, и я был почти уверен, что и восьмиструн будет более-менее адекватен, но, к сожалению, нет. Первую не выдерживаю. Нет, ну, конечно, просто вот так он спрашивает про Marshall, про Fender эти. Ну, серьезно, у них там нет ничего ни от Marshall, ни от Fender, вообще ничего нет, кроме шильдика. Делают на другом заводе. Другие люди, просто у них задача перекрыть сегмент бедных гитаристов, которых 95% от всех, в принципе. Им главное сделать дешевый комбик. А как он там будет звучать? Ну, срать, они хотели на то, как он будет звучать. Типа, вырастет, подрастет, пальцы, руки крепнут, уши начнут слышать, что это говно, купят у нас нормальный маршалловский ламповый комбик. Транзисторные комбики делаются, от, по крайней мере, от фирм Marshall, Fender и подобных, делаются просто, чтобы перекрыть сегмент, ну, извините, нищебродов. Самый бюджетный сегмент. То есть там нет никакой задачи сделать никакого звука, никакого фендеровского звука, фендеровскому комбике там Frontman 15, 10-15 нет. Никакого Marshall в MG15 нет. Ну ничего там от этого нет. Там обычная транзисторная схема, обычный транзисторный дисторшн и усилитель на TDA. Какой там маршаловский звук, да. Ну сколько можно на это бомбить? Или вы троллите меня, наверное? Вот посмотри, конечно, на ролик, да, на котором 60 тысяч просмотров, и троллите. Естественно, естественно. А, так. А пока что и вердикт наш. Говнино. Увнина. За которое вы проголосовали. А нам расхлебывать. Такие пироги. Смотрите стримы Hard Sound. Подписывайтесь, вступайте в группу. И пока. Да, друзья, все. До новых встреч. До связи. Счастливо. Пока.